Всем привет! Продолжаем играть четвертый Fallout. В прошлой серии мы пришли в цех сборки Корвега. И у нас чудным образом получилось так, что что-то здесь у них взорвалось, и мы досрочно выполнили задание. Видимо, пострадал ихний босс, которого нам нужно было завалить, поэтому задание выполнилось само собой, и мы продолжаем просто бегать по этому заводу. Остались тут недобитки, очень много вкусняшек валяется, поэтому будем собирать в этой серии и пойдем выясним, что же у них там взорвалось, и нужно найти этого босса, собственно, главаря ихнего, который погиб каким-то интересным образом. Вот, так что мы поднялись вот сюда на второй этаж, и здесь вот какая-то у нас секция, еще нужно зачистить ее. Здесь, видимо, уже никого нету. У нас только были они, по-моему. О, появились ребята внизу. В том цеху, наверное, где был босс. Видимо, там еще люди остались, наверное. Нас палит лампа. Где они там внизу бегают? Я их не вижу. О, у нас что-то. Ничего себе. Сразу три гранаты подряд. Где они? Они внизу через решетку стреляют, да? Я их не вижу. Опа-па-па-па. Как же мне на них выйти? О, вон он. Ать, граната. Класс. О, кто-то уже пошел к нам. Под низом их не видно никого. Запилил Косворт одного. Где-то они там под низом. Я их совсем не вижу. Ладно, побежим вперед. Так, где они, ребята? Где эти ребята? Вот он. Так, один. И что, больше никого? А, вот там мы кого-то видим. Видимо, Котсворт запилил здесь на лестнице двоих, по-моему. Так, гладкоствольный, остальное все ерунда. Так, кто-то уже поверху, что ли, бегает? А мы здесь не можем прилечь? Ух ты, мы можем прилечь на часик. Восстановить полностью свое здоровье, отлично. Крышка минус, замечательно. Так, препаратики. Подушечки. Так, тут у нас что-то есть. О, баллоны, надо было пострелять в баллоны. Они очень весело разлетаются. Так, ну что, здесь какой-то конвейер. Что там под низом? Ничего. Ничего потребного на конвейере нету. Хорошо, пойдем обратно. А, вот там была лестница. Нет, но мы на нее не можем попасть отсюда, поэтому придется обходить. Так, гранатки. Хорошо. Кто-то тут бегал, кричал. Подождите, я взял дробовик. Мы бегаем постоянно с фонариком, да? По-моему, я взял тяжелый дробовик. Вот он, да? Он нам не нужен. Выбрасываем. Так, вот здесь можно пройти. Подносы. Так, баночки собираем. Подносы. Это такое дело, оно тяжелое. Завод большой, тут много всяких вещей, поэтому
если начать все собирать, то мы не выдержим очень быстро. Мартышка, которая тоже работает как эти фонари, замечает нас и палит, сообщая противнику, где мы находимся. Так, подождите, не спешите. Гладкоствольные не берем. Патрончики, патрончики, отлично. Это что такое? А, это... Подождите, это... Кожух с турели, что ли? А, не, это лампа. Похоже на кожух с турели. Так, вантус. Что там у нас? В ведре. Ничего. Похоже, что что-то есть, но оказалось ничего. Так, все, идем. Патрончики кончаются. Не забываем перезаряжать. Угу. Так, шкафы. О, мыло. Помыться надо после этой грязной работы. Так, пойдем тогда вниз. Там у нас наверху выход на улицу. А здесь мы, по-моему, смотрели все, да? Здесь мы смотрели, в той комнате тоже смотрели. Вот здесь же мы все посмотрели, да? Да, открыли. Угу. Отлично. Вот сюда мы куда-то не прошли, да? Где-то они там за стенкой разговаривают. По-моему, они... Вот здесь надо по лестнице подниматься. Да, вот эта дверь открытая. Это они здесь, да? Оп, аккуратно. Там внизу решеточка. Они могут... Вон они. Уже кто-то пошел куда-то. Кто-то уже пошел. Ой, где он? Никого нету. Продолжают они утверждать. Пили его. Запилил. Так, пусть огонь спадет. Ух, еще и радиация. А че радиация тут? Ох! Эй, бежим, бежим, бежим. Это двигатель, двигатели эти, да? Ничего себе, а что взорвалось перед этим? Вот каким образом тут все погибают. Стоит только... О, аптечка, что-то зацепить. Радиация, откуда радиация? От этих двигателей, да, видимо. Так, тут пусто. Пусто, пусто. Не хочется ничего пропустить. Телефончик пригодится. Кастрюли, колпаки. А, застрял. На полках ничего нету, да? Так, посмотрим, что там эти ребята. Антирадин, изолента. Комбинированный, зря взял. Крышка на контуре хладогена. Это кусок стали, видимо. Не более. Так, посмотрим, что тут разорвало. Патроны. Короткий двухствольный дробовик. Но это же... Это же то же самое, да? Да, 9. Который весит 9. А, вот бочка. Мы около нее пробегали. Как раз радиация была. Патроны гладкоствольные. Гладкоствольные продадим. Попробуем продать. Ох, какие залежи тут. Антирадин. О, коробочку закрыли. Даже такую коробочку закрывают. От своих, наверное. Чтоб не лазали.
Бафаут, ну конечно, ментаты виноградные. О, виноградная цена товаров при покупке, вот которые мы хотим изготавливать. Ядерная батарея 11, ничего себе, вот это хорошая была аптечка. Дробовичок, дробовик 38. О, виски тоже. Хорошая вещь как раз для изготовления вот этих виноградных ментат. Патроны. 5-миллиметровый, короткий двухствольный дробовик, то же самое. Так, пройдемся сюда. Молотов, антирадин, плитка. Деревянный ящик, тоже что-то, видимо, полезное. Не особо. Не особо, но сойдет. Так. Так, налево-направо. Подвал. Дверь. Это мы куда вышли? Рейдеры! Ох, 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 там турелька. Стой, стой, стой. Давай, иди вперед, если хочешь. Я тут подожду тебя. Не, не пойдешь? Давай, сходи туда. Сходи, давай, сходи. Все, вперед. Тишина. Что, никого? Иди, говорю. Вон туда сходи. Ай, разведай вон там сходи. Нет, 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 вот. Тут... Да подожди ты, я хочу тебе дать задание, чтобы ты пошел вперед. Вот давай туда вперед иди. Нападай на турель. Сейчас она его зацепит. Пошел пилить. Пошел пилить, ага, идут, идут. Я тебя прикрою. Давай, пили, пили, пили. Ладно, ты отвлекай. А, ты же не отвлекаешь ее. Куда ты прячешься? Отвлекай. Сейчас, подожди, я вот в эту попаду штуку. Она улетит к ней, если не взорвется рядом с нами. Ложись. О, вон она где рванула. Давай еще. Погнали. Какая-то должна попасть в турель. Где тут еще баллон лежал? А, разорвала. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас он будет перезаряжать, мы его доделаем. Отлично. Так, рейдер, ломик берем. Остальная ерунда. Будем с лампочкой бегать, зажженной, потому что видно вам плохо. А меня палят, но ничего страшного. Так, это двери куда? Наверх? Что нас палят, это мы как-нибудь переживем. О, масленочка нужна. Маслица там. В таких закуточках иногда бывает что-нибудь ценное, вероятно. Покрышки, колеса, патроны, стимулятор, двухствольный. Все у них одно и то же. Стандартный набор. Так, это все хорошо. Гляди, какие ребята тут ползают. Откуда они? Из каких щелей вылазят, а? Вот этот двигатель тоже может рвануть. Весело. А что тут гули делают, непонятно. Коллиматорный гладкоствольный берем. Стаканы, не стаканы, не нужно. Что это такое? Лабораторные пробирки жестяную возьмем. Кухонные. Кухонные весы. Сейчас посмотрим, что это такое. И что у них есть. Кухонные весы, пружина, сталь. Вес 2. 3 пружины. Из-за веса 2.
Нет, наверное, не нужно. Три пружины. В чем у нас есть еще пружины? А, о, сумка. Я думаю, откуда здесь какие-то вещи? Ядерные батареи 19. Ничего себе. А, ну это эти самые патроны для лазерной винтовки, наверное. Ядерные батареи, патрон 45-го. А это что? Вес большой. Не берем. Пойдите. Пардоньте, не та кнопка. О, жестяная канистра, канистра, канистра вроде. Плитка, так. Канистра что-то дает неплохо, да? Кости не даете, кости. Мешок с удобрениями. Тоже для чего-то нужны, по-моему. Или препараты какие-то делать, или в строительстве колонии. Так, 5 мм. 38-й. Вываренная. Кожаная. Не надо. Так, все, здесь больше ничего нету, да? Пройдемте, пройдемте. Любезный. Так, все, этот закуток закончился, да? Вот здесь вот можно подняться наверх. Давайте так, так и сделаем. Куда-то эта дверь ведет наверх. Изолента. Зажигалка, что это? А, ты с собой покрышки хочешь утащить. Так, алюминиевые. Швабра не нужна. Охладитель, подождите, а мы что, здесь были? А, мы отсюда вот спустились, да, и вот это захватили, видимо. Это что, банка? Жестяная, да. Да-да-да, и вот сюда мы пошли. Алюминиевая. Легкая, нет, это не надо. Мы же все здесь подобрали, да? Пошли туда, а нам нужно вот сюда наверх. Посмотреть, что же у них там рвануло. Так, кексы наливные. Кофейные кружки. Ну, давайте пока возьмем кофейные кружки. Это керамика. Керамика тоже нам нужна. Не знаю больше, где можно будет их достать. Керамику эту. Подносы вроде алюминиевые. Прихватка. Так, все баночки берем. Пачки сигарет. Все пойдет в дело. Кошачья миска. Извиняйте. Извиняйте. Так, идем наверх. Хорошо. Так, кто-то не дошел до верха. Это, видимо, работники этого завода, да? И мы пришли наверх, где, видимо, все это и случилось. Тут где-то все это и рвануло. Вот это, наверное, обгоревшие машины, они и есть, да? Можно запустить робота. О, идут. Но потом, по-моему, он на нас нападет все равно, потому что мы будем с оружием. Турельки в нас будут стрелять. Он их не вынесет, я не знаю. Ну, можно попробовать. Там у нас еще сколько? А, ну турели, наверное, в основном. А, нет, кто-то есть. Ну, давайте попробуем. Попробуем взломать. Ого-го, вот это нормально. Так, что у нас? Управление протектроном. Активируйте единицу, давайте сменим матрицу. Что у него там? Охрана порядка. Вот это нам нужно, чтобы он начал их разносить. Подождите, а может быть лучше... Сейчас попробуем другое что-то. Строитель.
Работник метро, медик, строитель, наверное, да? Или пожарный? Строитель попробуем. Что будет делать строитель? Активировать единицу. Мы же его сможем потом вернуть, если что, на подзарядку. Ну, давай, выходи. Так, а если мы не будем оружие брать в руки? Не будем брать оружие в руки, он, может быть, будет к нам дружелюбно настроен. Ой-ой-ой, тут еще продолжается все это взрываться. Машины уже не взорвутся. А, но он все равно лазером стреляет. Я думал, он будет стрелять... А я не помню, какую матрицу включали тому роботу на этом, на хранилище лодок. Он стрелял... железнодорожными этими костылями стрелял. Вот это было классно. Ну, я надеюсь, ты на нас не будешь нападать? Мы без оружия. Давайте сохранимся на всякий случай. Если все-таки он будет выкалываться, то мы его законим обратно. Вот, турелька по нам стреляет. Братец, ты не видишь это? Ты должен ее остановить. А, ну вот, я так и понял, да, что вот это происходит все равно. Все равно это происходит. Я даже без оружия был, он все равно начинает нападать, деактивировать. Все, валить я тебя не хочу, приятель. Оставайся. Оставайся. Подождите, я не понял. А почему? Эо, эо, эо. Я же нажал деактивировать. Нет, не сменить мне нужно, а деактивировать его. Медик. Давайте медика поставим. Так, только сменить, да? И все. Больше мы ничего не можем. Он продолжает по нам стрелять, наверное, да? Хорошо. Так, помощь. Что у нас есть по помощи? Готовый завтрак, спасибо. Рад тараканчик. Так, где же наши? О, кротокрысы. Наши кротокрысы. Хорошо, что мы... У нас замедлилось время. Да, он так и продолжает ходить. Он продолжает ходить и наносить по нам удары. Опять нам немножко нехорошо. Он идет к нам, да? Кого он стреляет? Ох, как он попадает нехорошо. А? Сейчас он выйдет, мы его завалим. Да, бедолага, что ж ты так? Что-то с тобой не так. Хорошо, съедим опять. Отбивные из собачатины. Два набора. Так, Котсворт наш ожил. Турелька залезла там, а? Запряталась. Так, еще одна сидит там, по-моему, за столбом, да? Ой. Ну, мы его домучили. Из 38-го. Могли, конечно, дробовиком в него пострелять, но это было такой челлендж для нас. Так,
Так, еще отбивную. Вот наши отбивные уходят. Так, давайте начнем искать здесь. Ну, какие прекрасные наборы у вас. Будем искать главаря, который здесь погиб не от нашей руки, которого мы должны были по заданию завалить. Сейчас мы его наверху там где-то найдем. Пока что обыщем все вокруг. Вдруг здесь что-то есть. Бутылка водки. О, часики золотые. Вот это хорошо. Ребята здесь помирали, да? О, баллоны. Баллоны. Вот я люблю баллоны. Отходи. Косфорд, полетаем. Сейчас оно прилетит к нам. Это будет номер. Куда она пошла? Классно. Баллоны, ищем баллоны. Это как лотерея баллон. Ты не знаешь, куда он прилетит. Может и к тебе. Так, протектрона нету. Завалили бедного. А вот это что такое? За комната такая с дверью открытая, а? Не знаю, ничего вроде. Вроде ничего. Это на улицу у нас выход. Так, под низом больше никого нету. Вроде никого, да? Ох, какая тут свалка у них нехорошая. Вот это нас опять палит. О, жидкость. Огнетушитель тоже. Тоже неплохо. Еще баллоны. А, я вот не люблю такой прицел. Так, сыграем в лотерею. Эх. А, вон она кого-то скинула. Давай в средний. Чу-дю-дю-дю, давай. Опа, хорошо полетела. Кто-то тут у нас упал. А, это не тот. Так, у нас тут разлито аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасненько, опасненько так баловаться, да. Тут нажимаем кнопочку. Приезжает к нам мостик. Так. Тут наверху у нас турелька еще одна. Что ты палишь нас? Кто-то нас еще палит. А, вот это не. Нет, не она. Кто-то на нас сверху там еще смотрел. А, вон она. Не люблю этот звук их. Ну, залезает этот косвот, мешается. Так, убирай, убирай ствол. Телефон, жетон. Сейчас начинаем набирать. Пепельница. А, пепельница еще несет в себе керамику. Оп, радиация под низом, видимо, эти бочки стоят. Под 38-й. Так, ящик пустой. А вот наши боссы, да, Джаред. Это просто рейдер-тварь. Молотов, лапша. Так, а вот это что? Короткий автоматический. Возьмем. Так, ключ от сейфа Карвеги. Патрон калибра 38. Симулятор, кассет. Что это, коллиматорный? Нормально. Костюм бродяги. Не хочу. Так, где наш Косфорд? Куда пошел? Еле идем. Чувствуешь уже? Давай. Давай, давай, давай. Меняться давай. Давай меняться. Давай, давай, давай меняться. Закинем все барахло ему. Ну вот, не так уж много мы и набрали. В основном все самое такое потребное брали, поэтому... Поэтому нормально. О, какие у вас тут запасы, ребята. Отлично, будет что попить. О, вот это у нас
Надо не пропускать такие, такие эти самые аптечки, которые еле видно, они в крови какие-то такие висят на стене, почти их незаметно. Так, алюминиевая. Сундук крышки, патрон 38-го, что это такое? Компенсированный 3,7, нормально, продадим, это ерунда. Можем поспать, но не будем. Так, и у нас здесь журнал Грогнок Варвар. Nice. Критические удары без оружия и холодным оружием наносят на 5% больше урона. Ну, такая книжка нам не сильно нужна, но мы ее все равно забираем. Кому-то она может пригодиться, но не нам. Так, ну что, почитаем компьютер. Обустройство. Так, это их, видимо, записи личные, да? Выстрел наконец затихли. Значит, либо Лонни и Хрящ истребили всех гулей, либо они пошли кому-то на обед. Но сейчас Лексингтон в безопасности. Можно приступать к работе. Это они зачищали Лексингтон от гулей, да? Так, подожди, подожди, подожди. Стой, стой, стой. Следующее нам надо. Да подожди ты, что ты не то нажимаешь. Тупик. Ничего не выходит. Раньше старуха могла вдохнуть винта и закинуться парой таблеток, и тут же начинала бормотать. Видение за видением. И все они сбылись. Рейдеры сожгли город, убили родителей, похитили детей. Похитили меня. Помню ее взгляд, когда она увидела мою судьбу. Малыш, ты станешь чудовищем. Все сбылось. Если бы у меня была такая способность, такой дар, ни у Содружества, ни у других банд, ни у кого не было бы шансов. Но ничего не выходит. Может, стоит повысить дозу, где бы найти еще одно ведро. Ясно. Подопытные. Дело не в химикатах, они всего лишь приводят дар в действие. Дело во мне. Проблема во мне. Надо было это понять до того, как мои руки стали похожи на игольницы. Но хотя бы какая-то зацепка. Мне нужны подопытные. Эксперименты продолжаются. Он пытается сделать из себя ясновидящего при помощи химикатов. Пока все безуспешно, но слухи о бесплатных химикатах привели к нам множество новичков. Теперь у нас почти столько же людей, сколько было до зачистки Лексингтона. Лонни говорит, мы только время зря теряем. Говорит, нам надо укреплять оборону. Но здесь не Лонни принимает решение, а я. Хотя, похоже, новая должность ее не устраивает. Может, очередная доза психа поможет ей с видениями. Ясно. Она здесь. Хрящ говорит, сюда направляется караван. Какой-то шут в ковбойской шляпе с лазерным мушкетом. Трое гражданских и старушка, одетая как гадалка. Это она. Я знаю, что это она. Хрящ отправится за ней. Интересно, она меня узнает? Конечно, узнает. В конце концов, она все это предсказала. Это речь идет о наших ребятах, которые с Престоном пришли. И наша бабулька там. Она в детстве этого парня видела, который вот это все пишет. И предсказала его судьбу вместе с захватом их деревни и его дальнейшим развитием. Вот, и он как раз пытался сделать из себя ясновидящего при помощи химикатов. И ничего у него не получалось. И вот он в этот момент, в данный момент узнал, что и эта бабулька ясновидящая наша как раз прибыла в этот самый, как его, где же они были-то, этот город, Конкорд. И тогда вот там Хряща мы повстречали, завалили его, забрали у него ключ от Карвеги, да? Как раз там было, около музея. Вот они как раз пошли по этому заданию. Мы помешали им захватить Престона и его компанию. Вот. Так, управление прожекторами. И все, больше записей нету, да? Турелями и прожекторами нам управлять не нужно, потому что они уже все поперебиты, перестреляны. Так, ясненько.
Баночки, баночки. Так, вот этот джар, это он и был ихний главарь, который сюда пришел для того, чтобы добиться такого результата, чтобы быть ясновидящим, как та бабулька, которая повстречалась ему в детстве. Он думал, что весь секрет в химикатах, но оказалось не так все просто. Так, ну что, все. О, блин. А что ж такое, я не понял. Что такое к нам тут прибежало? Что такое прибежало? Засада? Стимулятор выкидной. Что-то как-то они так неожиданно меня встретили. Патроны, патроны, короткий двуствольный дробовик, это то же самое. Все, ерунда. Так, все, наверное. Зачистили, задание мы сделали. И все, можно выходить наверх. На этот самый, на улицу. Там мы на улице тоже почистили их немножко. Надо побегать, пособирать все, что с них там насыпалось. Так, дверь на цепи. У нас тут уже день. О, ребята. Сколько вас тут их на улице, я не понял. А мы же всех вроде забили. О, они еще и наверху. Кто там внизу? Ой-ой-ой, и тут. И внизу, и наверху. Так, может переходить 10-миллиметровый. Присядем. Жалко у тебя. Хотя ты же... Ну да, ты только пилой и огнеметом, Котсворт. Тебя дальнострельного такого ничего нету. О, еще один. Ты в ближнем бою. Ты мне мешаешься. Ты мне мешаешься, Котсворт. Да, конечно. Помощники, они хорошо, конечно, но не сильно. Давай ты, не это самое. Не базарь, ты палишь нас. Кто там где есть, вон он. Ух, еще и патроны кончились, нормально. Ну вот почему ты становишься прямо передо мной? Будь рядом, ну. Ты должен быть рядом, но не передо мной. Вон он. Ну. И долго мы будем ждать. Так вы потратите все патроны. Оно вам надо. Где кто еще? Где кто, я не понимаю. Меня кто-то видит, а я никого не вижу. Они за ночь все восстановились на это самое, на крыше. Вот это номер. Косот, уйдите, пожалуйста. Я вас умоляю. Таша, мы будем сидеть тут их ждать. Придется туда наверх бежать и там их лутать. Гладкоствольный, может уже гладкоствольный мне не набирать. Короткий гладкоствольный, что это? Салфетка? Такого я еще не видел. Возьмем. Очки сварщика, отлично. Кто-то там еще... А, мы же не добили этого внутри. Так, а вот здесь что у нас? А, во! Он нас ждал, стоял. Бедолага. Выкидной нож, понятно. Для ближнего боя ждал. Ментаты, мясо, дутня, радыкс.
Бутылка пива, спасибо. Оно нам не надо. Так, тут кто-то попадал сверху. Что ж вы так стреляете-то, а? Я же не попадаю из-за этих бордюров. Из-за бордюров тяжело попасть. Не хромай тут мне. Патроны, бутылка, шашлык. Так, стой. Стой ты. Гладкоствольный. Нормально. Берем. 1 к 10 подходит. Берем. Ой, здоровье совсем никакое. Кусочки кротокрыса выручают. Подождите, это кротокрыс? Да. У нас еще где-то собачатина есть, да. Пойдемте наверх, посмотрим, что там у них. Где они там были? Здесь, что ли? Здесь, наверное. Что-то я очень уже высоко поднялся, и никого нету. По-моему, они где-то пониже были. Сильно мы высоко поднялись. А, не, вот один тут есть. Бедолага. С гладкоствольным пистолетом. Ой, тут у него ящики. Всякие полезные. Со всякими вкусными вещами. Так, кто-то есть там наверху. Убираю пистолет. Пукалку свою. И пробежимся туда. Патрон, стимулятор, пистолет, пулемет. Это, по-моему, вот это ерунда. Да, ну. Да, и цена плохая. И сам аппарат плохой. Брать не будем. Вес большой, цены никакой. Так. Ага. Хорошо, тут переход вот в эту часть. Ладненько, хорошо, мы на этом месте, наверное, сохранимся. Какой вид красивый, да? Давайте как-нибудь вот так встанем и сохранимся. Вот, продолжим лутать здесь в следующей серии и потом уже вернемся обратно в наше поселение. Вернемся, сдадим задание. И продолжим дальше наше путешествие. Хорошо. Всем спасибо за внимание. До встречи. Всем пока.